откашливайся. Как будто инородное тело в горле. Всем привет, ребята! Меня зовут Ирина Ясинская, и если ты смотришь мое видео без подписки прямо сейчас, нажми красную кнопку подписаться внизу под этим видео, колокольчик и лайк, ребята, потому что сегодня ваше любимое видео мы заказали на сайте Darknet Happy Meal Cartoon Cat, ребята, по-моему, даже как-то... В стихах получилось, да, прикольно, потому что вы поставили много лайкосиков на предыдущем видео, где я заказывала Happy Meal сиреноголовый. Вы можете посмотреть это видео по ссылке в описании или по названию набрать, в общем, как вам будет угодно. Прямо сейчас курьер должен прислать мне смс с тем, что наш Happy Meal, адский мил, вернее, он называется адская еда, Cartoon Cat, будет доставлен. А вот и это смс. Прикольненько, ребята. Вы знаете, что курьеры почему-то не приносят в руки, не приносят домой эти адские хэппи-милы. Поэтому, ребята, мы ограничили территорию и договорились, что он будет оставлять как-то этот хэппи-мил у нас в лесу. Поэтому прямо сейчас мы идем его забирать. Итак, ребята, наш хэппи-мильчик Cartoon Cat поджидает нас уже в лесу. А вы пока можете поставить лайк на это видео и написать в комментариях, как вы думаете, что могли положить эти даркнетовские менеджеры внутрь этой адской коробки. Ну, у меня вот, например, есть предположение того, что, исходя из прошлого хэппи-мила сиреноголового, что там, например, в любом случае будет игрушка, да? Потому что какой нафиг, блин, хэппи-мил без... Ну, собственно говоря, тематической этой игрушки. Поэтому мне кажется, что там по-любому будет игрушка Cartoon Cat. Вот. И знаете, что самое интересное? Неизвестно, как и что будет происходить после того, как мы вскроем эту коробку и попробуем эту еду. Потому что говорят, что если ты попробуешь еду из этого адского Happy Meal, то что-то произойдет конкретно, что не знаю. Видите, уже посылку оставили. Курьер уже из Даркнета притащил ее сюда и поставил назначенное место. Не знаю, почему они не приносят домой. Ого, она реально... Что написано? Она реально тяжелая. Смотри, написано Hell. Hell – это адская мел, адская еда, Cartoon Cat. Cartoon Cat. И тут у них нарисован Cartoon Cat. Видно? Короче, обалденно, прям реально, да, Макдональдс, Cartoon Cat, очуметь просто, ребята. Сейчас мы идем открывать, что там, мне жуть как интересно, надеюсь, и вам тоже, потому что она тяжелая и черт, смотри. Подожди, ты пробовать будешь? Смотри, какая-то козюлька черная, слушай, жесть, там какая-то черная дрянь. Короче, ладно, ребята, давайте уже бегом побежим и будем распаковывать этот адский Happy Meal Cartoon Cat. Итак, ребяточки, вот наша коробочка Happy Meal Cartoon Cat. В этот раз я не буду свою собаку Лаки звать на эксперимент, потому что, когда мы открывали Happy Meal сиреноголовый, она выпросила у меня картошку фри. И я съела одну картошку фри, чуть гамбургер попробовала, и потом мы увидели настоящего реального сиреноголового. Ребят, мы будем распаковывать вместе с нашим щеночком. Щеночка зовут Босс. Босс обнюхал уже Cartoon Cat. Кстати говоря, собаки против кошек. Смотри, как вынюхивают. Что там, Босс? Что там? Что-то вкусное хочет открыть. Давайте сейчас все вместе откроем. Подписчикам тоже интересно. Открывай, открывай. Смотри, как он открывает забавно. Молодец. О, что там? Что там? Тихо, 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 тихо. Блин, я же забыла. Там может быть что-то опасное. Погоди. Нет. Он чует, наверное, еду. Давайте его спустим. Не надо так рисковать, потому что еда, которая находится в Happy Meal, может быть, ну, опасной или отравленной, в конце концов. Хотя, я надеюсь, что это не так. Ладно, давайте уже посмотрим. О, черт! Ребята, это полный трэш. Такого я не ожидала просто даже увидеть. Просто чумачечий Hell Meal, Happy Meal Cartoon Cat, просто чумачечий. Я уже просто сверху вижу. Ну, по традиции достанем игрушку. Я была права, кто тоже. Скажите, что вы тоже написали, что игрушка. И это игрушка, а не просто, блин, нафиг игрушка. Это просто жесть, смотри. Очуметь, она вся в этой вот, как вот Cartoon Cat, вот он убивает, или вот эта слизь у него черная, он такой вот, посмотри, он в каком-то просто, какой-то черной щняге просто.
Офигеть! Просто это реально игрушка, картон Кэта. Вот, с каким-то даже черт рюкзаком непонятным. Что за фигня? Откуда у кошки рюкзак? Не знаю, может там что есть? Может он открывается, как у черепашек ниндзя? Давай пора посмотрим, проверим. Фу, ну это склизь, это вообще это нереально. Сейчас, ну-ка, попробуем открыть. Слушай, там что-то твердое, что-то чувствую там внутри. Погоди, фу, там тоже это слизь везде. Черт! Офигеть, это что это? Это походу... Ребята, это походу похоже на флешку. Это какая-то флешка там внутри на спине. Черт, это реально флешка, ребята. Черная флешка внутри картон Кэта черного. Смотрите, даже остались тут эти. Фиг знает, что на ней может быть. Может, какие-то там заклинания или что-нибудь, какие-нибудь условия. Не знаю, ребят. А если хотите, мы посмотрим эту флешку. Просто последний раз, когда мы проверяли подобного рода устройства, которые находили, у нас просто вирусняк такой на компьютере был нереальный. И как бы, ну, уже... Может быть, какой-то там другой компьютер или там обратиться к хакеру, который там может без проблем как бы расформатировать и открыть эту флешку. Короче, пишите в комментариях, если вы хотите узнать, что на этой черной Black флешке. Так, что дальше? Офигеть, какая-то пробирка. Слушайте, а в том Happy Meal сиреноголовый у нас была пробирка тоже, но она была с кровью, а здесь песок, ребят. Песок, блин, он сыпется нафиг, черт. Что за фигня? И тоже вот в этой вот в этих всех черных так, каких-то соплях. Не трогай песок, это опасно. Слушай, а что это за песок-то вообще? Фу, кошки ссат в песок. Это, наверное, его лоток. Это, наверное, его чертов, блин, лоток. Он песок с собой носит, чтобы туда посикать и покакать. Просто, блин. Ну-ка, дайте-ка понюхаю. Черт, реально, кошачья моча. Это кошачья моча. Это песок с кошачьей мочой. Это просто трэш. Так, ладно, ребят, чудо. Там все просто черное, все черное. Сейчас еще башка какая-то, скелет, типа кости. Может, кот, типа, голодает кости, что-то такое. Просто череп, череп какой-то чей-то. О, бургер, бургер. Он какой-то нафиг необычный. Он необычный. Так, что, давай, он черный бургер, прикинь. Что, он бургер? Black бургер, он черный, булочка. Смотри, как обугленная. Нет, смотри, она как обугленная. Она как будто бы это, обычная. Сгоревшая. Но она не сгоревшая. Она черная. Булочка черная. Не пахнет ничем. Может быть, и такие существуют. Так, открой, что там? Черный гад. А, черт, жесть! Что, тут что тоже это? Кровь, как и в прошлый раз. Это реально кровь, это не кетчуп. Потому что кетчуп, наверное, или кетчуп в перемешку с кровью, мать их, я не знаю, что они могли там придумывать, надо положить туда, блин. Это, может быть, это кетчуп? Нет, ну смотри, это, блин, не похоже вообще на кетчуп. Не похоже на кетчуп. Что ты делаешь? Ну попробуй на язык, блин. Давай попробуем. Сейчас. Черт, нет, это не кетчуп. Фу, это не кетчуп, это просто какая-то шняга. Что там еще осталось? Картошечка фри. О, жесть, ты бы только... Посмотри, что там происходит. Там просто жесть. Посмотри, там просто черное вот это все вот в этом. Посмотри, какая шняга. Это картошка фри вот в этом вот в дерьме, вот в этом, извиняюсь за выражение. Это картошка фри, это мне есть, что ли? А, жесть, блин! Что за фигня? Тут какая-то еще красная. Что это такое? Липкая. Красная какая-то лягушка. А при чем здесь лягушка вообще? Может быть, ее надо попробовать? Может быть, она вкусная? Да нет. Да нет, она несъедобная. Может, картон Кэт с жабами питается? Я не знаю, для чего они положили. Может быть, я плохо знаю историю картон Кэта. Но картошка реально вся вот в этом черном. Ну вот здесь вот есть чуть-чуть. Я попробую чуть-чуть. И чуть-чуть булки можно попробовать. Но она черная, блин, из-за котлетки можно попробовать. Ладно, короче, на раз, два, три сейчас буду пробовать картошку фри. Я надеюсь, что я буду жива, останусь жива. Так что, пожалуйста, поставьте лайкосик. Это огромный риск ради крутого контента. Все для вас, ребят. Так, короче, беру вот эту картошку. Что, понюхаю? Вроде ничего, нормально. Картошка. Нормальная картошка. Так, а гамбургер? Я не знаю, можно котлетку попробовать. Просто кровь, но это... Где кровь, я не буду пробовать. Это кровь.
Даже неизвестно вообще, что они сюда налили. Сейчас котлетки, вот кусочек отломлю. Вот. И то тут кровь нафиг. Блин, фу. Фу, она воняет. Короче, такой маленький кусочек котлетки съем и все. Фу, жесть. Противненько. Фу. Фу, противно. И картошка какая-то невкусная. Подожди, что это за звук? Черт, это музыка. Это музыка, как... Музыка Cartoon Cat'а. Как из мультика, блин. Ну, мы попробовали, сразу музыка заиграла. Черт, пойдем проверим, пойдем проверим. Блин, мне кажется, я слышу эту музыку. Музыка этого фильма где-то где, там, где, за забором. Где? Где? В лесу? Ай! Ирина, ай! Что с тобой? Что ты с глазами? Ирина, покажи мне глаза. Глаза что-то жжет. Блин, не могу открыть глаза, Дим. Что за фигня? Что с глазами? Ирина, ты в порядке? Ай! Черт! Ирина, посмотри на меня. Черт, у тебя... Что было? У тебя что со мной было? Глаза. А сейчас нормальные? Да. Ирина, Ирина, ты в порядке? Что происходит? Я давай не я знаю. Дам тебе попить. У меня что-то в горле. А, ком. А. Откашливайся, откашливайся. Как будто инородное тело. В горле. В горле. Давай, давай, я сейчас помогу. Задохнусь. Ирина, черт, Ирина, сейчас что происходит? Давай я сбегу за водой. Ирина, Ирина, что происходит? Ирина, что с тобой? Что это? Это что, Cartoon Cat? Что это за жидкость? Ирина, фу. Откуда это? Слушай, это похоже на ту жидкость из посылки. Она у меня в горле как-то оказалась. Ты ела этот гамбургер. Ты пробовала картошку. Черт, он, наверное, вырос там у меня. Ребята, это пипец. Короче, я сейчас избавлюсь нафиг от этого хэппи-мила, потому что я чуть не подавилась этой хренью оттуда. Она у меня из горла вылезла. Короче, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч в новых мистических видео. Пока!